Я благодарю за эту встречу. Я сама, как говорится, назвалась гипертоником, но почему-то правое плечо до локтя настолько меня беспокоило более 3 недель. И вчера это исчезло полностью, даже когда еще не молились, когда еще пастор Максим только вел это познакомство, и я почувствовала, как ушла боль. Но сегодня я славлю Бога. 14 лет мой сын был слепой. Мы ведем с ним общество слепых, 220 человек. Я все время просила: Господь, дай эту силу на прозрение. Вчера это чудо свершилось. Спасибо. Спасибо тебе, Господь. И сегодня он с утра мне рассказывал, что он уже видел слова, цифры, так? А он закончил юридическую академию, имеет диплом с отличием, работать не мог. Сейчас Бог ему открыл новую жизнь. Но он сказал: миссию, которую Бог мне доверил, вести этих слепых, я никогда не брошу. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. Слава тебе. Слепой, слепой ведет слепых. А когда зрячий ведет слепых, он их точно выведет на свободу. Слава Богу. Слава Богу. Господи, слепота уходит. Во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас полностью слепота уходит. Иисус, спасибо. Благодарю тебя. Слава Божья, слава Божья, слава Божья. Слава Божья, слава Божья. Иисус, спасибо. Что сейчас? Жар чувствуешь? Глаза щипает или как песок, знаешь, печет? Печет сейчас глаза? Немножко, да. Вот этот печет, я вот только молился за слепых, но начали у всех пекли глаза, как песок попадает. Это исцеление. Да, Бог открывает твои глаза. Иисус, спасибо, благодарю тебя. Боковое зрение, как сейчас? Я не хочу, я хочу прямо. Смотри, как я сейчас почему спрашиваю? Потому что мне Бог говорит, я изменяю боковое зрение. Бог исцеляет сейчас этот ракурс. Видно? Боковым зрением. Да. Да. Еще. Да, то есть вот то, что я не вижу, оно сужает. Уменьшает? Да. Аллилуйя. Спасибо, Иисус. Благодарю тебя. Спасибо.